Данная программа предназначена для целевых приоритетных групп, которыми являются, с одной стороны, представители субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть уже либо действующие предприниматели, либо их сотрудники, их персонал. Вторая приоритетная группа – это так называемые начинающие предприниматели, те, кто задумывается о собственном деле, имеет некую бизнес-идею, и наша цель – довести эту целевую группу до создания собственного бизнес-проекта, реального бизнес-проекта, который они уже могут актуализировать, приводить в действие. Здесь нам рассказывали очень много полезных, интересных вещей о том, как стать предпринимателем, как получить поддержку государства. Я частично уже составила бизнес-план своей идеи. Группы попадаются с весьма дополняющими друг другу слушателями. Там встречаются люди уже достаточно опытные, зрелые, имеющие свой жизненный опыт. И в то же время ребята достаточно молодые, но энергичные, наполненные идеями. Полный сил их начать реализовывать. Я прошла курс по направлению «Начни свое дело». Я очень довольна, что попала на это мероприятие. Придя сюда, я для себя поняла, что я хочу и какие шаги я должна предпринять для того, чтобы добиться своей цели, благодаря, конечно, преподавателям, профессорам, которые мне помогли в этом. Я очень довольна, спасибо большое, что есть такая программа. Мне очень понравилось и было для меня очень полезно.